Стрелка тахометра на красном, запах жженой резины, раскаленные турбины и вой компрессоров – все это драг-рейсинг. Гонки по прямой на четверть мили. Уже завтра в Тирасполе. В заявке более 30 машин. Соревноваться гонщики будут в 7 классах. Стоковые заводские авто разделят по количеству лошадей под капотом и типу привода. А также будет про-класс – это доработанные машины. Среди них Nissan Skyline и легендарная Toyota Supra A60. Прямо как форсажи. Многие все уходят от корчей, как это было ранее. Но довольно должны быть интересные машины, такие как Audi RS-ки, GTR-ы, те же гольфы возьмем GT-шные, которые, в принципе, они не в стоке, а уже с определенными доработками, с помененными турбинами, прошивками и всем остальным. Итак, суббота, 3 июня, Тираспольский аэродром. Регистрация участников начнется с 8 утра. Затем квалификационные заезды. Шоу для зрителей с 13:00. Не забудьте крем от загара и головные уборы. Будет жарко.